Друзья, всем привет! Ну вот из первых уст мы получили первую посуду. Знаете, что у нас в новом каталоге коллекция новая посуды, красивая-прекрасивая. А в офис пришел сотейник. Девочки, тяжеленький. Такой прям добротный вообще. Вот любо-дорого, прям ручка такая бархатная, не скользящая. 1,8 литра сотейник. Вот, смотрите, очень подробная инструкция. Вот сотейник, 1,8 литра. Диаметр 16 сантиметров у него. А, действительно, такое толстенькое дно. Девчонки, красивая до невозможности посуда. Готовить одно удовольствие в ней будет. Классный. Вот на коробке даже есть, смотрите, характеристики. Что мне очень понравилось, у него термоаккумулирующее толстое дно. Это значит, что будет экономия электроэнергии, это значит, будет быстрый нагрев, это значит, будет сохранение температуры. То есть можно готовить в этой посуде, выключая минут за 10 до окончания приготовления вашего блюда. Здесь в инструкции написано, что те продукты, которые должны увеличиться в объеме, готовятся с добавлением воды. А в принципе, можно готовить без добавления воды, используя собственную влагу продуктов. Достойная, девочки, посуда у нас появилась. Пробуйте, пользуйтесь с удовольствием.